Катя! Лидия Алексеевна! Народ! Петр Петрович, как вы себя чувствуете? А вы не знаете, где все? Нет. Паша, с днем рождения! С днем рождения, милый друг. Ну, поздравляем. 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 Спасибо. Паш, прости большое. С днем рождения. Паша, будь счастлив. Вот от меня. С днем рождения. В свободное время будешь музицировать. Поздравляем. Поздравляем. Ну надо же, наконец-то. Савелий, смотри, а. Видишь? Паш. Премьер подарил. Когда президентом был. Да. Ну, ремешок потянешь. Спасибо, Савелий Тимофеевич. Да. Поздравляем. Поздравляем. Паш, тяжелые часы. Нормальные часы. Покажи, покажи. Красиво. Причем мне такие подарки. Все будет хорошо. А у меня будет время спрашивать. Давай, все вместе, давай. Извините, пожалуйста, есть кто дома? Надо с вами поговорить. Я не даю интервью. Да ну какое там интервью? Я по поводу вашего сына. У Паши сегодня день рождения. Вы не знали? Ему исполнилось 19 лет. Такой молоденький. Еще все впереди. Он жив. София Лугленовна. Как ваше имя? Гена. Геннадий Быков. Паша жив. И Лидочка, ваша гувернантка, тоже жива. И вообще все, кто были в круизе, они спаслись. Что вы сказали? Они на острове, все. На необитаемом. Я знаю про круиз и знаю, что все это было подстроено. Их нашли. Пошел вон! Паша скоро дома будет. Ой, сыночка жив. Это правда. Скажите это. Да. Попейте. София Владимировна, ну, сейчас необходимо вспомнить, откуда вы узнали про круиз и про эту фирму, будь она неладна. Пашенька живой? Да. Что с ним? Где вы его нашли? Поймите, это очень важно. Пашенька, это, живой. Это очень важно для всех, и для Паши в том числе. Живой. Мой сыночка живой. Нина, плакать. У меня отлетела. Ай-яй-яй, иди сюда. Должны, глядя на это, плакать. Пожалуйста, садись. Сделайте. Спасибо. Нина, героиня должна быть готова через 5 минут на площадке, да? Да, я помню, спасибо. Сергей Сергеевич. Ребята, я вас жду через 5 минут. Спасибо всем. Контролирует меня постоянно, как будто я дебил какой-то. Нина, никогда не говорите таких слов. Вы не знаете, что это такое. Я слышала, у вас сын болен. Ну что, они приехали. Как я? Нормально? Замечательно. Иди открывай, я его сейчас успокою. Так, иди в комнату, не высовывайся. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. А мы к вам в гости. Милости просим. Сегодня мы с вами в гостях у звезд нашего отечественного экрана, семьи Волжанских. Вы настолько заняты своей работой, увлечены профессией, постоянно в разъездах. Удается ли вам заниматься семьей, домом и, в частности, сыном? Вы знаете, Милочка, талантливые люди талантливы во всем. Поэтому нам удается заниматься карьерой, и домом, и уютом. А сын учится в Англии, да. Он у нас очень умный парень. Скучаете по нему? Да, очень скучаю. Иногда вечерами даже всплакну. Но, слава богу, на дворе 21 век, интернет, мы общаемся. Понятно. А удается ли собраться на какие-то семейные торжества, праздники? Как часто у вас это происходит? Ну, к сожалению, это случается чрезвычайно редко, но да. Когда удается, то… Когда это удается, это праздник для всех. Это настоящий праздник души. Да. Знаете, такое ощущение, что вы абсолютно счастливая семья. Да мы самая счастливая семья в мире. Давай скажем в камеру. Мы самая счастливая семья в мире. Вот эти пирожки я сама пекла. Сами. Что? Здравствуйте. Это сюрприз. Смешно, правда? Замечательно. Паша. А выспался, сынок? Да, привет. Все нормально. Я по поводу круиза. Да не трахти ты. Скажи мне, это правда безопасно? Да передумала. Передумала. Как я тебе объясню? Как ты же меня не простишь? Все обойдется. София Лугленовна. Ну. Смешно думать, что Нина построила кораблекрушение. Смешно, это не может быть. Это не может быть. Я знаю. Я пойду. Только один человек мог это сделать. Про круиз она узнала от Нин Палмы. Не Москва, большая деревня. Так, кстати, ее гримируют в кино. Хорошо, что мы с тобой вместе не пошли. Почему? Ну, увидел бы такого красавца. Вот видишь, опять тупик. Че это тупик? Совсем даже не тупик. Ну, а что же это, по-твоему, если не тупик? Ну и что же нам делать теперь? Значит, у Волжанских есть поклонник их актерского таланта. Вадим Алексеевич Прозоров. Он и является помощником нашего политика. Ух ты. Ну и вывод. Вывод. А вывод один. Политика. Ему было выгодно, чтобы он пошел ко дну. Таким образом, он автоматически стал бы его преемником. Да, это уж серьезно. Так политики нам только не хватало. Ну что, может, доедем до него? Зададим пару вопросов. Поставим его в тупик? Интересно, как мы это будем делать? Не имею ни малейшего понятия. Как обычно. На месте разберемся. Че ты смотришь все время? Сыщики, на наших сотрудников нападаете. Ну-ка, отпустите его. Отпустите, я сказал. А мы знали? Подожди в машине. Геннадий. Спокойно, в чем дело? Вот скажите, как там Волжанская? С мужем мириться не собирается? Я в машине. Я вижу, ранения боевые уже. Пуля пролетела и… Ага. Споткнулся и упал. Хорошо, шею не сломал. Ну, как успехи, Андрей Сергеевич? Да ничего, нормально. В общем, мы хотим записаться на прием к помощнику Савелия Тимофеевича. Дохлое дело. Почему? Обратился в турфирму, купил путевку шефу, отправил, ручкой помахал и все. Взятки гладкие. Но мы все-таки попробуем. Вдруг что-нибудь выгорит. Попробуйте, попробуйте, конечно. Только записываться, я думаю, бесполезно. На рабочем месте его уже нет. А как же нам быть? Не знаю. Спортом займитесь, например. Каким спортом? Ну что, пробежимся? Физкульт, привет, Вадим Алексеевич. Физкульт? Хотелось бы узнать, это вы, Савелий Тимофеевич Рыбакову, турпутевочку организовывали? А, я смотрю, методы в госбезопасности со временем не меняются, да? А мы не из госбезопасности. Я с ним был на этом катере, который ко дну пошел. Савелий Тимофеевич просил вам поклон передать. Ну и вопросик один задать. Какой вопрос? За что вы им смерть желали? Я не желал. Я отправил его в круиз. На 3 года. Почему на 3? Нет. Ну, катер-то утонул. А я причем? Разве не вы это организовали? А как я, по-вашему, мог организовать кораблекрушение? А что-то такого сложного. Связались с капитаном, дали ему денег, делов-то. Ты в своем уме? Она Волжанская все рассказала. Первый раз слышу. Первый раз. Да, кстати, у меня был этот следователь. Как его? Лясим, трясим. Рясин, кажется, ну, да? Да. Он, кстати, Рясин. Он пока про турфирму ничего не знает. Но пока. Про нее только мы вдвоем знаем. И чего вы хотите вдвоем? Денег? Правду хотим знать. После исчезновения Савелия Тимофеевича вы совершенно спокойно могли бы возглавить партию. Чушь. Чушь и глупость. Потому что Савелий Тимофеевич, это и есть партия. Это партия. По-моему, больной. Да если бы я только мог. Если бы мог я бы за ним сам отправился. Вплавь. Я бы его сюда привез. Да мы бы на таком пиар-ходе, Поэтому мне его смерть была Не нужна. Совсем. Кому вы еще рассказывали о круизе? Никому. Зачем? А, значит, мотив все-таки был. Послушайте, ну хватит, а? Жена его, Зоя Сергеевна, между прочим, тоже хотела поехать. Я дал ей контакт, чтобы она связалась с турфирмой. А у нее какой был мотив? Ну, она наследница. Единственная. А почему она тогда с ним вдвоем не поехала? Ну вот у нее и спросите, почему она с ним не поехала. Почему она в последний момент передумала. А вместо нее, кстати, поехал какой-то родственник. Какой родственник-то? Ну что, не едут? Ничего. Приедут. Вернемся. Найду, кто сюда меня отправил. Убью. А вы думаете, так легко убить человека? Уж поверь мне. Порошок сотру. Не уверен, что сможете. Это почему? Вас, Савелий Тимофеевич, заказала ваша жена. Чего моя жена? Наняла, чтобы я убил вас. Ты чё городишь? Я киллер, Савелий Тимофеевич. Теперь могу вам об этом сказать. О, смешно. Ты киллер, да? Я вас не обманываю. Я тебе не верю. Ты себя со стороны-то видел, киллер? Я вам не вру. Зоя Сергеевна не могла. Вы то же самое про Марию Ивановну говорили. Киллер. Ну что, Мария Ивановна? Ты врешь! Странная вы, Зоя. Можно было расслабиться и получить вместе удовольствие. Все-таки, мне кажется, в какой-то момент глазки у вас заблестели. Яичницу будете? Вы ведь должны были вместе ехать в круиз. Правильно? А потом резко передумала. Сказала, что у нее отец заболел. Ведь так было? Я же не энергомаш, чтобы рассчитывать на поддержку в полном объеме. К тому же инвестиционный рынок сейчас в кризисе. Ну, хотя он всегда в кризисе. Вот если бы я детали выпускал Глади Калиния, тогда другое дело. Привлекать иностранных рабочих профсоюз не дает. А наши не идут. Инфраструктуры нет. Да, в общем... Нормально, нормально. В общем, везде дыры. Латать надо. В общем, проблемы все ваши. Понятно? После выборов займемся плотно инновациями. И этому предприятию нужно взять на контроль. Вот, спасибо. Все, Савелий Тимофеевич, приезжайте к нам почаще. Савелий Тимофеевич, Зоя Сергеевна просила вас перезвонить. Нина. Алло. Алло. Привет, ну что, ты где, в аэропорту? Савелий Тимофеевич, у меня проблемы. Мне нужно срочно уехать к отцу домой. Что случилось? Он заболел, его в больницу положили. Так, давай сейчас подъеду. Ты где? Нет, не нужно, прошу вас. Я с отцом все устрою и сразу прилечу к вам. Савелий Тимофеевич. Савелий Тимофеевич. Я просто хотел с вами поделиться радостью. Да пошел ты. Какая нахрен радость? Радостью, что я больше никого не убью. У меня ведь никогда друзей не было. Вы мой единственный друг. Я знала, что Савелий Тимофеевич не вернется из круиза, иначе я не нанимала бы киллера. Кого? Наемного убийцу. Подождите, при чем тут киллер? Я отправила его вместо себя в круиз. Вместе с Савелием Тимофеевичем. А как его звали? Эдуард Викторович. Но я думаю, что это его не настоящее имя. А выглядел он как? Да обычно, худой. Кашлял все время. Вот ведь как бывает. Сначала убила, а потом полюбила. Я все время думал, что наоборот. То, что она нашего Кокольча наняла, исключает ее из списка подозреваемых. Твои варианты? Вариант один. Замполитика. Не верю я ему. Он поддержал Зою на идее круизе и занимался оформлением билетов. А, именно у него и был веский мотив для убийства. Несмотря ни на кого и ни на что. Стегнись. Что ему надо? Может, помощь нужна? Ну, спроси. Что случилось? А? Ничего. Гони, 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 гони! Хрена себе 90-е. Застряли! Андрюха, валим! Подожди, не меч заела! Руки убери! Все, не успели. Не ждали? А? Все время берется, как черт из табакерки. Кто тебя послал? Кто тебя послал? Соберись. Соня, новый. Смотри, если наврал, чуть выше стрелим. Щек? Добрый день. Гена! Добрый день. Кто? Я. Что случилось? Что ты приперся? Здрасте, Игорь Алексеевич. Генеральный, тебя же вроде с крыши сбросили. Что, не умер? Сейчас как щелкну, даже никто не спросит. Не надо, не убивайте, пожалуйста. Ну давай, рассказывай. Как и каким образом ты удавил катер? И какое отношение имеешь к Савелию Тимофеевичу Рыбакову? Так я вообще не при делах. Это его идея была. На вашем месте, Юрий Алексеевич, я бы не фантазировал. Он пришел ко мне в офис оформлять документы на этого депутата. Он угрожал мне, понимаете? Он сказал, что если я этого не сделаю, то он пересажает вас всех. Всех пересажает. И наоборот, я не выдал вас, понимаете? Я не выдал, понимаете? Был за вас. Простите меня, пожалуйста. Лихо заворачиваешь. Меня. Тарифы повысились? Ведь у вас вип-персона? У нас, конечно, все люди не случайные, но политика вещь особенная, с, так сказать, особыми тарифами. Ага. Логично. Я бы на вашем месте, Юрий Алексеевич, другого бы директора нанял. Бумажки подписывать. Логично. Если кто узнает об этом, похоронят быстро, торжественно и по особому тарифу. Тогда можно не на 3 года, можно навсегда. Вот. Нашло. Спасибо. Я хочу, чтобы корабль пошел ко дну. Понимаешь? Взрыв. Корабль. Понимаешь? Да. Значит, ты связался с капитаном, дал ему денег, подкупил гида, поменял яхту на старую шлюпку. И потом она пошла ко дну? Получается, подставного директора тоже ты убил? И нас хотел убить. Да как? Как на нас вышел? Через помощника политика? Да как вы не поймете? Да это он все виноват! Он все! Я вообще ни при чем здесь! Он виноват! Он! Алло? А ты знаешь, кто у меня сейчас был? Твои бывшие друзья. Один из них утонувший в круизе. А я тебя предупреждал. Ну что, крестим? Куда? Зачем? Валить тебя будем. Не надо, пожалуйста. Вставай. Пошел. Пожалуйста, умоляю, вас не надо, ну пожалуйста. Ну я же объяснился, я же все. Не надо, пожалуйста, нет. Не надо, пожалуйста. Ты что здесь делаешь? Что вам здесь нужно? Что происходит? Что происходит? Вы угрожаете моему мужу. Вот что происходит. Кому? Мужу. Я ж тебе говорил. Где Саша? С няней в парке. Сына я забираю. Делайте, что хотите. Сашенька не твой сын. Это еще не все. Трешка в центре. Жлоб. Генеральной строительной компании. Не мог пентхаус подогнать. Нам хватит с тобой, Юр. Юра. Я беременна. Ты что, залетела, дура? Угу. Да. У тебя мозгов вообще нет? Хочешь клиента упустить? Это твой ребенок. А ты уверена, что это мой ребенок? Значит, наши с тобой отношения – это была подстава. Ну почему же подстава? Я тебя любила. Я думала, ты будешь хорошим отцом Сашеньки. Поэтому я к тебе ушла. Саша – мой сын. Он мог быть твоим, если бы ты нас не предал и не уехал со своей женой. Так что оставь нас в покое. Перебьешься. Интересно, девки пляшут. Забрали у нас бизнес. Ребята, вообще все так... Выкинули на помойку, да? Устроили тут винегрет. Что вообще происходит? Не трогай его, гад! Юра! Не трожь его, гад! Лежать! Вези меня! Андрюх! Что тебе надо? Скажи! Юра! Его в больницу надо, а то скопытся. Я Рясину звоню. Юра, беги! Уйдет. Вы попали, понятно? Попали! Попали, вот эта фирма на вас! Юрий Алексеевич, прям как Гагарина. Да. Дела амурные, дела политические. Да, и, кстати, я хотел еще извиниться перед вами за то, что сразу не рассказал вам всю правду. Я боялся, что вы мне помешаете. Не стоит. Я ведь и так о вас все знал с самого начала. Да? А что ж тогда не арестовали? Человек, он сам себе лучший судья и палач. Ему только нужно немножко времени. Как говорится, кто понял жизнь, тот не спешит. Да? Присаживайтесь. Вот, например, вы, Андрей, увидели для себя на острове что-нибудь новое? Ну, скорее, старое, но по-новому. Да. Кому все-таки из вас пришла в голову идея с этим круизом? Мне. Неправда, это я придумал. Что ты болтаешь, помолчал? Да что я болтаю? Что мне молчать, если это моя идея? Это да правда. Не слушайте его, это я все придумал, я же на остров. Андрей. Ребят, что-то я вас не пойму. Вы что, соревнуетесь за звание изобретателя или сейчас спорите, кто из вас больше Робин Гуд, да? Так вот, вы ни то, ни другое. И еще, у меня к вам личная просьба. Не могли бы вы мою тещу отправить куда-нибудь на остров подальше? Месяцев на 40. Достала. Я же тебе говорил, надо новое направление было открывать. Что, серьезно? Пошутил. Успокойтесь. Но если серьезно, вы, Геннадий Борисович, остаетесь под подпиской о невыезде. Ну, можно как-то по-другому это решить. Спокойно. До суда. Ну, а... До суда. Ну, а с вами, Андрей Сергеевич, к сожалению, послезавтра, юридические формальности, мы отправляемся на остров. Спасать, так сказать, российских туристов. Как на остров? Там же вроде Чуньё остался, он должен был. Чуньё. Чуньё арестован. А если с этим Чуньё действительно что-то случилось? То наши там сидят и не понимают, почему четвертый день их никто не спасает. Черт, там Жуков в тяжелейшем состоянии, там Лиза, там… Да послезавтра это очень долго. Послезавтра, Андрюх? Что нам ждать эти 1,5 дня? Оформление юридических формальностей? Что это за бред? Значит, туда надо лететь самим и прямо сейчас. Молодец. Только у тебя подписка, а не выезд. Да при чем тут подписка? Да подожди ты меня. Дамы и господа, мы собрали вас всех здесь, чтобы сообщить о том, что дело о пропавших русских туристах наконец-то завершено. С официальным заявлением выступит офицер полиции Панья. Благодаря решительным действиям полиции пропавшие русские туристы обнаружены. Они находятся на одном из необитаемых островов в океане. Я думаю, к завтрашнему утру мы сможем снарядить спасательное судно и отправить его на остров. И очень скоро узнать о подробностях происшедшего. Как вы вышли на след туристов? Где именно находится остров? Где начальник? Где начальник? Уехал полчаса назад. Будет после обеда. Открывай камеру. Быстрее. Где он? Время пришло. Что мне делать без тебя? жить и спасать других. О чем ты? Тебе нужно разрушить дом. В него придет смерть. Мне не поверят. Торопись, это не твой дом. В него придет смерть.